I know who's behind her disappearance. Some time ago, my sister sent us a cell phone number. At that point, she had already been gone missing. In the meantime, the person this number belongs to has attempted to infiltrate our circle of friends in order to obtain information about Hannah, her friends, and my family. This person has help of an unknown man. This man has illegally access to my sister's private data, spied on us, and even threatened us in multiple occasions. I'm really sure that these two people are the real perpetrators. Therefore, it seems also likely that they're behind the dead body that has recently been found in Duskwood. I'm in possession of both cell phone numbers as well as personal information, and I'm prepared to hand this over to anyone who's willing to help. Please. I want my sister back. Help me find Hannah and bring these two kidnappers to justice. Джесси пишет: Лили, ты с ума сошла? Что ты наделала? Я сделала то, что должна была. Привет, привет, Ричи. А у нас тут происходит... Ну, вот что происходит. Лили сошла с ума. Вот что происходит. О-хо-хо. Пришел Санта-Клаус. Нет, она не понимает. О, еще один умник. Иди спроси у Альфи. Может быть, он тебе расскажет. Да тут каждый подозрительный. Джейк, это вообще кто? Привет. Ну, тебе, наверное, оттуда из больнички ничего не понятно, да. Хакера зовут Джейк? Да. А вы не знали, да? Если кто-то прикладывает столько сил, чтобы скрыть свою личность, вряд ли он просто хочет помочь. Ой, все. Ой, ё-моё, сейчас начнется. Да, могу. Во, неужели, Томас? Вот так тебе. А чё, Лили, что она скажет? Она сейчас будет молчать. А не, что-то пишет. Ну, давай. Это вы вынудили меня так поступить. Фу, смешно и неудобно, детский сад. Что ты имеешь в виду? Кто тебя вынудил? Да, все сделали так, как ты хотела. Проголосовали.
Он не остановится, если вы не остановитесь. Ну да, если мы остановимся все, то никто Ханну не найдет и не узнает. Мне просто страшно. Неужели так сложно это понять? Так если тебе страшно, так нужно как-то, может, дружить с другими людьми, потому что от того, что ты сейчас сделала, ничего не изменится. Ну, просто мы не найдем Ханну. Вот удали это видео сейчас же. Ладно. Нормально, да? Что случилось с бедной девушкой? Это твоих рук дело? Ты хоть знаешь, как ее зовут? Знаешь, что у нее есть любящая семья, которая за нее страшно переживает? Я знаю таких, как ты, про вас постоянно на ТВ рассказывают. Надеюсь, тебя скоро найдут и кинут гнить в тюрьме, пока не сдохнешь. Кошмар. Очень страшно. Если не хотим, чтобы за тобой она начала охотиться с вилами и факелами весь Даскот. Вот средневековье тоже мне. Ой, ну да, на самом деле, если это видео сейчас посмотрят все. Ну хотя. А что они из своего Даскуда найдут меня? Я-то не в Даскуде нахожусь. Ну, озвучь свою мысль, мистер прогулки в лесу. Хакеру? Может быть. Я тебе не доверяю, поэтому я тебе не скажу, что это отличная идея. Еще одна. Еще одна. Да как ты вообще спишь? Нормально сплю. Ну-ка, что она там? Да как ты вообще спишь по ночам? Моей уютной постельке с открытой форточкой. Прекрасно. Я хорошо знала Ханну. Видимо, не очень хорошо. Не важно, что с ней случилось по твоей вине, она этого не заслуживала. Ой, все. Если бы я была убийцей, я бы тут с тобой разговаривала, ага. Я видела тебя с Ханой, и не я одна. Что, серьезно, да? Да, очень точная характеристика. Быстренько. Мне в такие просмотры на Ютубе сразу же. Ой-ой-ой. Зачетная шутка, Ричард. Ну да, до этого тебя не тревожило, что не удается связаться с Джейком. Куда? Свалил. Он уже давно свалил. Да, ну ты как всегда. Ты его не знаешь, да. Я бы именно это и сделал на его месте. Вот поэтому ты не на его месте.
Что можно сделать с видео? Но оно не нарушает никаких норм сообщества, чтобы на него нажаловаться. Ну что, попробуем? Может, можно? Да, 5 точно для этого недостаточно. Да, ты тут ни при чем. Просто есть такие люди, которые сильно обидчивые и будут до талого топить потом. Ну, я, кстати, на самом деле тоже такая же. Если бы меня сильно обидели, я бы всякую какашку делала бы. Ну, раньше я была такой. Да, я хочу устроить голосование по поводу Лили. Да, вот то, что слышала. Привет. Да. А когда ты голосование устраивал, это была шутка? Давай посмеемся. Я сейчас не с тобой говорю, Лили. Как ты мне тогда ответила? Я не с тобой разговариваю. Вот и я с тобой не разговариваю. Так, 1-0 в мою пользу. Отлично. Отлично, сэкономит нам время. Вот и правильно. Ой. Защитничек нашелся. Можешь за ней отправиться тоже. Никто тебя тут не держит. Все. И ты тоже можешь. Отсюда. Я теперь не гарантирую вам, что я напишу, когда Джейк мне ответит. Потому что вы какахи. Ой. Кто-то решил уйти с работы пораньше. Да, там все равно работы нет особо. И куда ты собралась? Ниночка, к Дэну в больничку? Я и Анна хотим кое-что сделать. Я не в курсе.
Если точнее, я думаю, что Анна нуждается в моей помощи. Больше ничего не скажу. Вообще, это не твое дело. Вот и правильно. Так ему и надо. Ладно, ну и... Может, мне удастся тебя немного развеселить, Анна. Смотри, что Альфи от меня получил вместо шоколадки. Ну-ну. А что это? О! Кружка. Красивая. Ладно. Похвалим Ричи. Прикольно. Внезапно оказалось, что Ричи неплохо ладит с детьми. Да, и мы тебя за это очень ценим, но может расскажешь, как все было на самом деле? Опс, Альфи бросил кружку на пол, и она разбилась. Ага, что еще? И он был от этого просто в восторге. А дальше что? Я тоже, в общем-то, от души веселился, ясно. Кому потом пришлось подбирать осколки, пока вы двое радовались жизни. Да. В общем, Ричи неплохо ладит с детьми, видимо, потому что он сам как ребенок. Да, Джесси на самом деле тоже улыбается, а она еле сдерживает смех. Понятно. Мы поняли, почему Томас так себя повел. Неужели? Альфи сказал, что человек без лица пришел и забрал Ханну. Томас об этом только недавно узнал. Наверное, он хотел побольше об этом узнать от Альфи и тряханул его хорошенько. Ну вот, Рич виноват. Ого, кажется, у нас клиент. Правда, что ли? Действительно. Ура. Пока. О, нарисовался. Все. Я был занят. Классный ответ. Ну, по крайней мере, сейчас будет веселее. И не говори мне, что ты не можешь его прочитать, ладно? Так. Я только что позвонила Лили, пытался убедить ее передумать. К сожалению, мне это не удалось. Еще бы. Что, плохи дела? Да, не очень хорошо. Удали это видео как можно скорее, Джейк. Ха-ха. Мой герой. Я так и знала, что ты сможешь.
И только не говори мне, что не нужно ничего говорить остальным. Давай, делом займись, а я решу сама, что кому говорить. Ты прям с моих уст сорвал слова. Да-да, мой герой. Не ты, а он. Видишь, как быстро сработал мой герой? Ну, расскажи мне, мистер больница, как он это провернул? Мистер больница, мистер черный лебедь, что там еще? Это же очевидно, он начал угрожать Лили. Ну, в общем-то... Ты же в курсе, что он хакер, да? Может, ты уже и не помнишь, потому что тебя это не касалось. Слушай, ты. Как тебя? Начинаешь меня подбешивать уже. Ой-ой-ой, вот именно, что ты не так уж и много знаешь о современных технологиях, мистер Черный Лебедь. Лежи вон, лечись там. И не беси меня. О, да я же за тебя волнуюсь, Анна, правда. Волнуйся за свою девушку. Ладно, не буду я ругаться. Услышать от Дэна, что он за меня волнуется, это примерно как долететь до Луны за один час. Вот почему я дам тебе один совет. А вообще, это совет вам всем. Если вы сейчас не онлайн, прочитайте, потом держите подальше от этого чувака. О, опять запел свою песню. Иди поспи еще, а? Потому что, когда в итоге окажется, что за всем этим действительно стоит он, то что будет? Ведь давайте будем честны, он самый подозрительный из всех. Нет, он не самый подозрительный из всех. Это он... Тебе кажется подозрительным, потому что ты не знаешь его личность. Но ничего такого он не сделал, чтобы себя скомпрометировать, в отличие от одного из нас. Никому из вас не захочется быть на его стороне. Закончил? Иди поспи. Ага, молодец. 5 баллов. Теперь что, идем? Баньки. О, смотрите, а то мне потом опять придется писать, что я же говорил. О, иди спать, механик зеленый. Не знаю. Так пусть будет.
Еще один. Все. Отстаньте от меня. Кучка лузеров. Что тут еще интересненького? А, понятно. Я опять буду проходить мини-игры. Так. Джейк пишет. Я разобрался с видео. А, отлично. Молодец. Как ты это сделал? Я с ним поговорил. Но я верю тебе. Расскажи мне то, о чем ты ей рассказал. Ну, попробуем нежности. Да это я уже слышал. Ну и что ты натворил такое, что на тебя охотятся власти? Да я знаю, вот я тебе верю, вот тебе я, ну, верю больше, чем Ричи, например. Я ввязался в кое-что, о чем никто не должен был знать. Не буду тебя пытать, если ты захочешь, ты сам расскажешь. Ну что, только не думай, что я обиделась. Вот так вот. Да нет. Ну да, Лили, конечно, учудила. Теперь у тебя будут проблемы. Вот истеричка, на самом деле. Не разбираясь, ничего, раз и запустила какое-то видео. Надежда на что? Ну да, я понимаю тебя. Да, сделаю все, чтобы тебя не нашли. Не поймали. Я справлюсь. Если речь идет о твоей безопасности, тем более я справлюсь сама. Ты многому меня научил. Я больше не смогу читать твои частные беседы. Меня это нисколько не смущало. Мне от тебя скрывать нечего. Ладно. Нет, не помню. Прости.
Да, точно. Дженнифер. Дженнифер и два ребенка. Угу. Одна из них Ханна, вторая. Ну, я постараюсь. А если у тебя есть время, то объясни мне, как это сделать. Ведь я только учусь. У тебя есть пятеро друзей из Дасквата. Ну, спасибо, да. Томас, Клео, Джесси, Ричи и Дэн. Ну, да. Выбери кого-то одного из них и спроси об этой таинственной Дженнифер. Да. Хорошо. Приятно, когда в тебя верят. А в тебе тоже лучше выбрать человека, которому ты доверяешь. Я из них из всех доверяю больше всего, как ни странно, двум. Клео и Джесси. Потому что я бы сказала бы, что я и Дэну доверяла бы, но Дэн ведет себя по-разному. Иногда так, иногда непредсказуемо, иногда странно. Ладно, береги себя, Джейк. Это такое облегчение. Так, сейчас я вот, если я спрошу у Ричи про Дженнифер, а вдруг он в этом замешан? Я же его подозреваю. Интересно. Джесси, Клео, Ричи, Томас. Томаса вообще лучше не трогать, да, вообще в больничке отдыхает. Пусть отдыхает Клео, Джесси, Ричи. Интересно, если я спрошу у Ричи про Дженнифер, и после этого мне позвонит похититель, то мои подозрения в том, что похититель — это Ричи, только подтвердятся. Попробуем такой ход. Так, мне нужна твоя помощь, Ричи. Вот и проверим. Ты же помнишь, что у нас тут клиент, который даже готов заплатить? Ну-ну. Ой, кое-что могу. Ну, давай. Кажется, у меня в Дасквуде есть три знакомых Дженнифер. Ну, зайдем издалека или сразу. Нет, вот лучше так сразу.
Ну, давай скажу так, что я про это Дженнифер, да. Ну, рассказывай. Кажется, я по адресу обратилась. Хотя мой мотив был совсем другим. Но если я что-то узнаю, это будет прекрасно. И заодно я проверю свою теорию о том, что Ричи похититель. Так. Насколько я знаю, убийцу так и не нашли. В общем, все решили, что он не из Дасквуда, поэтому вскоре весь город вернулся к обычной жизни. Что-нибудь указывало на то, откуда убийца родом? А почему они так решили? Почему они так решили? Ну, ты знаешь, люди такие люди. Это не объяснение. Лучше думать о чем-нибудь приятном, а не о том, что где-то рядом с тобой живет убийца. Не, это понятно, конечно. Так, Дженнифер тоже была не из Дасквуда, поэтому все и решили, что убийца, наверное, тоже не из местных. Ты же не думаешь, что Ханна как-то связана с тем, что тогда произошло? А я могу тебе сказать вот так, что я думаю. Пусть если ты похититель, то ты начнешь нервничать, и тогда я скоро получу звоночек очередной с угрозами. Этого вполне достаточно. Спасибо, Рич. А теперь будем ждать. Да. О, уже занервничал? Ну-ну. О, занервничал. Я прям скажу, что это зацепка, которой я сейчас занимаюсь. Давай начни нервничать еще больше. Ой, чувствую, сейчас я получу звоночек. Почему я с тобой об этом говорю? Тебе правду или как? Я скажу так, что я тебе доверяю. Будем усыплять твою бдительность. Спасибо, это очень ценно для меня. Покедова. Похититель. Итак, наш клиент уехал. Он купил дворники для стекол. Ха-ха-ха. И сделал он это только потому, что ему нужно было в туалет. Еще раз. Ха-ха-ха. Смотрю, успешный бизнес у вас, товарищи. Да нет, вообще нужно деньги брать за то, что показывать этот знак. Подожди, про Томаса. За что высказать претензии? Я что-то уже подзабыла. Он ушел. Просто купил дворник. Не говори всю правду, пожалуйста. Джесси будет очень смеяться. Давайте вернемся к теме, народ. Это не я, это он. Детский сад. Дурной пример заразителен. Так, что?
что тут? Может, не будем вмешиваться хоть разок для разнообразия? Почему? Давайте будем откровенны, мы этим ничего не добьемся. Только еще больше расстроим друга, которому и так пришлось несладко. Наш друг повел себя как круглый дурак. Слушайте, мы все иногда ведем себя как круглые дураки. И нам не стоит ему об этом напоминать, раз уж мы его друзья. Ну, логика есть в этих словах, да. А что, я истина последней инстанции? Ну, окей. Я обычно во всем соглашаюсь с Джесси. Ага, сейчас. Мне сейчас опять позвонит, потому что это Ричи. А ты не любишь говорить по телефону? Правда, что ли? Поэтому ты все время молчишь по телефону. Да, Джесси, это кошмар, начиная с самого начала и до логического завершения. Это началось после видео Лили? Нет, это началось гораздо раньше. Знаете, что я хочу скушать шоколадный сырок и выпить чай, потому что я тут с вами записываю видео, не с вами, а для вас. А потом я даже надеюсь его успеть смонтировать. И сегодня я уезжаю праздновать днюшку, поэтому сейчас я шелестеть хочу немножко упаковкой. Если будет слышно, я потом это беру. Я дичайше голодная. Сейчас 9 утра. Если что, так, у меня очень мало времени, но я хочу выложить видео, если получится. Так. И, видимо, не последний, да, Ричи? Ричи придумал какой-то клуб. Ну да. В этой клубной резиденции вас и по одному. Ну, начинай подыскивать. Эй, вы там нормальные вообще? Да нет. Уже нет. Ну, куда тебе будут звонки с угрозами поступать, я на тебя посмотрю, да? Пока ничего не происходит. Метку оставили, а ничего не происходит. Задумайтесь об этом. Почему это? И у хакера. Ну, будем тогда уже смотреть на вещи трезво. И у хакера был. У Джейка.
Давай-давай, уходи от темы, потому что я знаю, что это ты, Ричард. Поэтому ты и уходишь от темы. Она для тебя неудобная. Все понятно с тобой. Ну, где мой звоночек? Давай, возвращайся к работе. И я жду твоего звоночка, Ричи. Итак, я доживала свой сырок и готова получить звонок. А мы с вами будем ждать звонка неизвестного или известного похитителя уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и ждите новые серии. Всем пока-пока, я поехала праздновать свою днюшку, не скучайте!